Здравствуйте всем! Сегодня в нашей рубрике «Не фитнесом единым» я предлагаю вам заготовку из помидоров, которую я использую вместо томатной пасты. Как всегда, наш девиз – максимум пользы, минимум сложности. Нам понадобится 3-4 килограмма помидоров. Режем помидоры, выкладываем в казан или любую толстостенную кастрюлю. На дно немного добавляем воды, выкладываем нарезанные помидоры и провариваем в течение 15-20 минут. Перекладываем в стерильные банки, закатываем, убираем в тепло. Томатная паста готова. Приятного аппетита!